Теперь последние данные об операции российских воздушно-космических сил в Сирии. За неделю 430 боевых вылетов и почти 1500 уничтоженных целей, среди которых несколько пунктов управления, причем в одном из них, в провинции Латакия, как раз проходил сход полевых командиров. Боевики несут серьезные потери. Появляется все больше данных о том, что они деморализованы и пытаются покинуть свои позиции. Серьезный урон нанесен и нефтяной инфраструктуре террористов. Как рассказали в Минобороны, все полеты наших бомбардировщиков и штурмовиков прикрываются истребителями Су-30.